Здравствуйте! Сегодня в Hotline Video с вами Юрий Сидоренко и беззеркальная камера Fujifilm XE2S. Аппарат сделан в дальномерном стиле, что определяет особенности его конструкции. Однако вместо гибридного в нем установлен электронный видоискатель, что делает его более универсальным и менее дорогим. Кроме версии с серебристым металлическим верхом, есть и полностью черная. Ручной выбор параметров экспозиции, по крайней мере выдержки и диафрагмы, реализован очень удобно. Колесико на верхней панели отвечает за выдержки, оно отградуировано в ступенях EV. Промежуточные значения задаются поворотом диска на тыловой панели. Диафрагма меняется кольцом на объективе, а если оно не предусмотрено, то все тем же диском на тыловой панели. Доверить выбор параметров электроники также просто. Достаточно перевести в положение А нужный диск. Ввод экспо-поправки до плюс-минус 3 ступеней с шагом в 1/3 осуществляется еще одним колесом на верхней панели корпуса. Кнопку «Спуск» с разъемом для механического тросика обрамляет колесо выключателя питания. Вспышка прячется в отсек на верхней панели корпуса. Лампу можно наклонить вручную, чтобы изменить направление света. Кнопка механическая, она срабатывает и при выключенном питании аппарата. Прочие органы управления сгруппированы вокруг 3-дюймового ЖК-экрана. Панель с отличными углами обзора не сенсорная, она жестко встроена в корпус. Нижняя кнопка слева активирует полностью автоматический режим, идеальный для неотягощенных познаниями в области фотографии пользователей. Всего у камеры 7 аппаратных кнопок с назначаемой через меню функциональностью, что позволяет быстро менять параметры. Система хранения пользовательских настроек имеет 7 слотов. Их оперативный выбор происходит через Q-меню. Даже после выключения аппарата заданные параметры сохраняются. Под крышкой на левой грани корпуса находится 2,5-мм разъем для подключения внешнего микрофона или проводного пульта дистанционного управления, выход HDMI и разъем USB. Карта памяти и аккумулятор спрятаны под крышкой на нижней панели корпуса в непосредственной близости от смещенного относительно оптической оси объектива штативного гнезда. При установке на штатив доступ к отсеку блокируется. Fujifilm XE2S базируется на проверенной временем 16-мегапиксельной матрице X-TransCMOS 2 и процессоре EXR процессор 2. Эта связка обеспечивает высокую скорость работы и отличное качество изображения. Система наводки на резкость гибридная, в матрицу встроены фазовые датчики. Система контрастного автофокуса дополнена распознаванием лиц с приоритетом на глаза. При съемке портретов позволяет сосредоточиться на работе с моделью. При слабой освещенности срабатывает подсветка автофокуса. К точности и скорости фокусировки нет претензий, все происходит быстро и промахи крайне редки. Скорость серийной съемки не рекордная для этого класса техники, но 7 кадров в секунду вполне достаточный для любителей показатель. Буфер вмещает примерно 10 кадров RAW плюс JPEG, только JPEG дает около 18 кадров. После заполнения буфера камера продолжает снимать, но скорость существенно снижается. В аппарате есть модуль беспроводной связи Wi-Fi плюс NFC. К камере можно подключиться со смартфона или планшета и работать в режиме удаленного видоискателя. Приложение позволяет менять основные параметры съемки и видеть результат их применения на экране мобильного устройства. Диапазон чувствительности для снимков в формате RAW составляет ISO 200-6400, и он полностью рабочий. Это означает, что ручное задание чувствительности можно отложить только для самых сложных ситуаций. 14-битовые RAW-файлы содержат буквально кладезь информации, что на этапе постобработки на компьютере позволяет извлекать детали из теней, недодержанных до 4 ступеней экспозиции. Хотя Adobe Camera RAW склонна перенасыщать красные тона, этот нюанс можно компенсировать буквально парой движений мыши.
JPEG благодаря имитации классических аналоговых пленок получаются изумительные цвета. ISO 12800 можно использовать, 25600 под большим вопросом, а про 51200 лучше сразу забыть. Если вы хотите приобрести стильный фотоаппарат за разумную цену и получать удовольствие не только от процесса съемки, но и от его результатов, обязательно обратите внимание на Fujifilm XE2S. Эта компактная камера готова дать фору более дорогим конкурентам, а объектив Fujinon 18-55 с диафрагмой 2.8-4, пожалуй, лучший китовый на рынке. С вами в Hotline Video был Юрий Сидоренко и беззеркальный аппарат для вдумчивых любителей Fujifilm XE2S. Желаю творческих успехов!